На улице стало прохладно, и все обитатели нашего чудного города начали перебираться поближе к заведениям. Давайте зайдем и посмотрим, чем же порадует нас лодка этой осенью. Итак, первый коктейль, который мы вам хотим презентовать, это коктейль «Оазис». Вы можете его узнать по характерному золотистому цвету и вкусу, напоминающему осень. Если с приходом осени муза покинула вас, рекомендую вам слабоалкогольный коктейль «Вдохновение» со вкусом ореха и освежающего лайма. Коктейль номер 3 – «Шальной ураган». Его рекомендуем для любителей острых ощущений. Наши бармены порадуют вас очень интересной подачей этого коктейля. Если вам не хватает тепла и уюта, приходите в желтую подводную лодку и попробуйте согревающий коктейль под названием «Ранетка».